Жители Ханты-Мансийска очистят берег Иртыша от мусора. Сегодня стартует всероссийская акция «Чистый берег». В уборке примут участие все желающие, от студентов до бизнесменов. За трудовыми коллективами Ханты-Мансийска уже закрепили территории береговой линии. А горожане сами могут выбрать любой из предложенных участков. Всего в столице Югры определили более 10 мест для уборки. Их общая протяженность составляет 6 километров. Это районы Восточной объездной, лодочной станции, рыбокомбината, а также часть берега напротив ледовой арены Югра и моста «Красный дракон».